В Академгородке семьям военнослужащих сегодня торжественно вручили ключи от новых квартир. Многоэтажка в шаговой доступности от Новосибирского высшего военного командного училища. Всего квартиры получили около 200 семей. Отныне эта жилая площадь числится у них в служебном пользовании. А вот передадут в собственность лишь чуть более 20 квартир в доме. Счастливыми обладателями своих квартир станут офицеры, уволенные в запас по выслуге лет. Приятно осознавать, чувствовать по-настоящему гордость не только за обновление технического оснащения наших вооруженных сил, за повышение боеготовности, но и за то, как обновляются, создаются условия для быта, для жизни.